Если этот ролик наберет больше дизлайков, чем лайков, я удаляю свой канал. Как стать миллионером абсолютно любому человеку? Это методика под запретом. Друзья, снова всем привет. Наверняка далеко не каждый из вас знает о том, что есть 100% способ каждому из вас, абсолютно без исключения, стать миллионером. Как стать миллионером абсолютно любому человеку? Наверняка каждый из вас рано или поздно задумывается об этом и желает этого. Друзья, давайте возьмем на примере казино. Казино, 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 это музыка, песня, вино. В казино есть рулетка. Абсолютно в каждом казино есть рулетка. Я думаю, знаете, что такое рулетка? Черная, красная, зеро и циферки от 1 до 36. Есть очень простой математический расчет. Для того, чтобы стать миллионером благодаря казино, вам достаточно в него прийти, сесть за рулетку и иметь в кармане, ну, хотя бы 1000 долларов. Рассказываю, как стать долларовым миллионером с 1000 долларов в кармане в казино. Очень коротко о правилах. Вы ставите любую ставку, столько денег, сколько у вас есть. Либо на черное, либо на красное, либо на зеро, либо на группу цифр, там от 1 до 16, от 16 до 30, там 2 и так далее. Сделав ставку в 1 доллар и проиграв, вы потратите 1 доллар. Сделав следующую ставку, умноженную на 2, и опять проиграв, вы потратите еще 2 доллара. И так до того момента, пока вы в конечном результате не выиграете. Например, на ставке 16 долларов вы заработаете 32. Чистая прибыль у вас будет 1 доллар, то есть сумма первой ставки. Друзья, так вы можете делать до бесконечности, до того момента, пока у вас не закончатся деньги. Но, если мы с вами обратимся к математике, то есть такое понятие, как теория вероятности, и математики с ней очень хорошо знакомы. Не может выпадать одно и то же поле, например, в рулетке красное или черное, больше определенного количества раз. Есть определенные цифры, которые это подтверждают, и, по-моему, вероятность выпадения 8 раз подряд одной и той же масти, то есть при шансе 50 на 50, то есть если у нас всего красное и черное, вероятность того, что что-то одно выпадет, 50 на 50. Вероятность того, что 8 раз подряд выпадает одно и то же поле, например, красное или черное, составляет 1 к миллиону. Давайте посчитаем, сколько нужно денег нам, чтобы поставить 8 ставок подряд. Первая ставка 1 доллар, вторая ставка 2 доллара, третья ставка 4 доллара, четвертая ставка 8 долларов, пятая ставка 16, шестая 32, седьмая 64, восьмая 128. Если все эти цифры сложить, получится около 300 долларов. Я не считал, я приблизительно. То есть, по сути, вы можете поставить еще потом девятую ставку. И на какой бы попытке вы ни выиграли при системе удвоения предыдущей ставки, ваш выигрыш всегда будет равен первоначальной ставке. Друзья, но если бы было все так просто, наверняка не было бы ни нашего канала, который рассказывает о том, как можно заработать деньги, и не было меня на этом канале, который бы не рассказывал на 30 бизнес-идеях уже и мясо, криптовалюта, биткоины, мебель, стройка домов и все наши бизнес-идеи уже пройдены на нашем канале. Всего бы этого не было, если бы было все так легко. Друзья, к сожалению, а может быть к счастью, об этой технологии в казино знают. И в казино эта методика под запретом. То есть в казино вы миллионером не станете. В казино вам не дадут этого сделать, потому что в правилах казино это черным по белому прописано. А что еще может быть похожее на казино, там, где можно гарантированно стать миллионером? Теоретически это может быть любая игра, любой вид вложений денег в какой-то риск. Да, мы с вами сказали про казино. Это при том условии, что казино играет честно. Потому что если задать в программе компьютера рулетки, чтобы выпадало бесконечное количество раз одно и то же поле, то, естественно, вы не выиграете. Естественно, мы говорим про честной работе казино. Ну, так как это должно, по идее, быть. Вот, так при честной работе казино
вы сможете выиграть благодаря вот этой методике, если у вас есть, ну, хотя бы 1000 или 2000 долларов, ну, или в рублях, какая разница. Теория умножения на 2, теория повышения предыдущей ставки в 2 раза. Буквально на днях я выпускал ролик о том, что можно торговать криптовалютой. Просто торговать криптовалютой, то есть покупать конкретную монету и продавать ее в тот момент, когда она повысится в стоимости. А есть такое понятие, как фьючерсы. Что такое фьючерс? Фьючерс – это не какой-то конкретный актив, это договор, предположение о том, что будет дальше. Например, мы берем биткоин и покупаем фьючерс на повышение. Так вот, здесь методику казиношную можно попробовать подставить и, имея определенное количество денег в кармане, попробовать заработать по той же схеме. Покупаем фьючерс на 1 доллар на повышение. Нажимаем ОК. Биткоин пошел вниз через 5 минут. Закрываем сделку, проиграли 1 доллар. Ставим 2 доллара на биткоин на повышение вверх спустя 5 минут. Опять биткоин пошел вниз. Опять мы 2 доллара проиграли. Делаем то же самое, как в казино. Каждую предыдущую ставку удваиваем. Рано или поздно ваша повышенная удвоенная ставка относительно предыдущей, которая, если выиграет, и вы гарантированно получите x2, то вы в любом случае будете в плюсе. Что вы думаете о том, что я рассказал? Если этот ролик наберет больше дизлайков, чем лайков, я удаляю свой канал. Поехали. Если этот ролик наберет 1 000 000 просмотров, я в режиме прямой трансляции возьму 1000 долларов и покажу, как это работает на предмете торговли фьючерсов в биткоине. Друзья, если вам понравился этот ролик, обязательно оцените его лайком, поделитесь с друзьями. Я вам, как обычно, всем желаю крепкого сибирского. Всем пока.